фразе. Основной слоган текущего евровидения, которое сейчас происходит чуть рядом на Майдане в Киеве, это celebrate of diversity, то есть празднование разнообразия, и что разные народы, разные песни и разные происхождения очень важны. Да, и откуда это берется? Это берется, наверное, с того, что когда-то, когда появился Евросоюз, было записано в документе, что мы ценим права меньшинств. На самом деле, получается, меньшинства — это те люди, с помощью которых работает экономика, с помощью которых мы сейчас движемся вперед. Просто потому, что экономика переместилась с производства на заводе, там, где какие-то люди одинаково на конвейере стоят, нудно делают одно и то же, этих людей намного, они должны быть одинаковы и послушные. К тому, что мы теперь производим какой-то креативный продукт, и люди должны создавать что-то необычное, непохожее, и для этого нужны необычные, непохожие люди. И для этого мы, собственно, и занимаемся тем, что мы ищем этих необычных, непохожих людей, мы их защищаем, мы создаем права, которые бы защищали меньшинства. Мы их, не то, что мы, да, и что я, как тот, кто теперь может себе позволить быть непохожим на большинство, может себе позволить быть таким, как я хочу быть. И вот это вот одно из важных ценностей и Евросоюза, и, наверное, современного мира. Это ценность разнообразия.